Нахчийские нравы – не просто запреты. Подобные нечистоте родника, легко узнаваемы предков заветы, величии и чистоте языка. Чеченец не выскажет бранного слова, он вежлив, зато не приветствует лесть. В поступках и мыслях взята за основу, в тяжелых веках закаленная честь. Наш дух отвергает стезю вероломства, на всем многосложном опасном пути по-прежнему святы родство и знакомство. Мы кодекс отцов продолжаем блюсти. На нахчийском характере след первородства, наш нрав многогранный и очень простой. Помимо отваги, еще благородство, отметили Пушкин, Дюма и Толстой. Чеченская доблесть окрашена славой, в кровавой полемике с царской державой. О нас знает мир, а не только Кавказ, хотя не стремились мы всем на показ. Исконный наш нрав, наша преданность слову, в котором таится огромный секрет. Словами разнуздан и ими же скован, не должен в речах содержаться навет. Массированный танковый рывок. Ведут армады лучшие стратеги. План Барбаросса снова на восток. Крестовые походы и набеги. Война вращала жернова утрат. Работали винтовки и лопаты. Нам нужен был победный результат. Стояли насмерть на фронтах солдаты. Тогда был у народов общий враг. Была у всех единая отчизна. Бойцы не отступали ни на шаг. И ради жизни отдавали жизнь. Чеченец, русский, здесь одна семья. Их братство закаляется в окопе. Затем врага безжалостно громя, с собой победу понесли в Европу. Опять пылали заревом огни под шквальный грохот канонад и стрельбищ. Полковник Висаитов из Чечни союзниками встретился на Эльбе. И вопреки жестокости вождей, несправедливой к нам была держава. Победу называем мы своей. Имеется у нас на это право. Столкнувшись с агрессией, мы непокорны. И тут наш характер опять-таки крут. А все потому, что нахчийские корни хурриту радскую древность ведут. Этнический дух отчеканен в столетиях. Пути поколений сложились в маршрут. Известно, отцы отражаются в детях. И те по проторенным тропам бредут. Чеченцы верны до последнего вздоха. Такими мы были в сарматской эпохе. Такими же ныне являемся мы. Бываем мягки и бываем прямы. Наш нрав почитает достойные души. С природой в ладах должен быть человек. В лесу обломать даже деревца груши считалось огромным позором навек. Помимо словесности, быта, природы, включалось в число непреклонных основ достоинство девушек, стержень народа. И мы в том же духе растили сынов. Наш нрав — это наша безмерная вера, и наша любовь к господину миров. Ему подчинили все наши манеры. Чеченец великий и часто суров. Запомни, исконно нахчийские нравы. Во всем справедливы, правдивы и правы. К тому же, мой друг, постарайся учесть. Для нас аксиома понятие «честь».